Всем привет, с вами Сенсей, и сегодня я вам покажу, как построить летающий скейт. Он очень хорошо управляется и красиво выглядит. Давайте покажу, как его построить. Поехали. Для начала ставим два столбика и начинаем строить платформу под наш скейт. Угол поворота поставьте на 5, думаю, платформу сможет построить любой, поэтому я немного ускорю видео. Для красоты я покрашу в черный цвет. Теперь строим небольшой столб вверх. На него ставим два колеса, как показано на видео. Сзади ставим два магнита, а спереди один. Теперь у столба ставим прозрачность на 100%, а также выключаем коллизию. Далее берем кресло пилота и ставим его в центр нашего скейта. Теперь отключаем колеса от кресла. Вот такая конструкция должна получиться на данном этапе. Теперь у кресла и верхней конструкции ставим прозрачность на 100%. Теперь давайте построим неоновую подсветку для нашего скейта. Тут, думаю, тоже ничего объяснять не надо, поэтому я ускорю видео. Наш скейт готов. Обязательно не забудьте его сохранить, чтоб наш скейт заработал. Выделяем всю конструкцию, отключаем фиксирование. Как видите, наш скейт идеально работает, и его не кидает в разные стороны, им очень легко управлять. Ну а если вам понравился данный видеоролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.